этом кусочку? Очень вкусно. Попробуйте. Ароматное сало фермер из Меликесского района Елена делает сама. За ее продукцией выстраиваются очереди. Тем более, что перед покупкой можно продегустировать и определиться с выбором. Фермеры вновь привезли в областной центр свои лучшие товары. На этот раз под ярмарочную торговлю перекрыли проспект Ульяновский в Новом городе. Ассортимент широкий – от овощей до солений. Да и яблоку негде упасть. Пополнить запасы в выходной день приехали почти 15 тысяч ульяновцев. 317 представителей бизнеса и разных форм собственности, так скажем, представлены здесь. Традиционно можно признать ее самой масштабной ярмаркой среди всех проводимых у нас на территории города. Ну и солнечная погода только благоволит выйти за покупками горожанам. Поэтому, как всегда, массово, качественно и со вкусом все представлено. Спросом на ярмарках пользуется буквально вся представленная продукция. Люди охотно берут и молочку, и мясо, и хлебобулочные изделия. Многие приезжают сюда за яблоками нового урожая, а кто-то берет деревенские яйца. Мешками увозят с ярмарки картофель, лук и морковь. Все выращено с любовью на родных полях. Тем более, что с тяжелыми сумками помогают волонтеры. Для пенсионеров и людей с инвалидностью работает социальное такси. Купили и рыбу, и картошку. И овощи. Шикарная ярмарка. Очень черноплодную рябину. Все очень здорово. Да. С вишнями, весело и очень продуктивно. Также на ярмарочной торговле работают специалисты служб социальной защиты и занятости. А следующая торговля пройдет 7 октября на улице Минаева. Под мероприятие перекроют участок от железной дивизии до Гончарова. Анна Тищенко, Улправда ТВ.